Доброго времени суток. С вами очередная программа «Занимайтесь с Алексеем Нетесановым». Я очень-очень рад, что наша программа оказалась такой нужной. Мы получили массу восторженных отзывов, поэтому мы снимаем продолжение. Мы в нашей программе стараемся снимать обычных людей, комплексы для этих людей, чтобы убрать их болячки, исправить их фигуру и так далее. И сегодня у нас в гостях семейные пары. Ведь занятие спортом очень часто превращается именно вот в семейное увлечение. Итак, давайте представим наших участников. Добрый день. Добрый. Поздоровайтесь со зрителями. Александр. Юля. Итак, начинаем с разминочки. Пока упражнения одинаковые, что для мужчины, что для девушки. Поехали. Пресс, сжигание. Мы делаем в количестве 100 раз. И заметьте сразу, что оба стесняются. Нужно дышать обязательно ртом. Дышим ртом. Ну и дальше подъем согнутых ног. Тоже 100 раз. Пожалуйста. Пока специфика мужского и женского тела не разбила нас на разные упражнения, мы делаем практически одинаково. На грудь мужское упражнение, женское. Пожалуйста. Мужчина выполняет 5 подходов по 12 повторений. Девушка делает 5 подходов по 20 повторений. Следующее упражнение на мышцы спины, на осаночку и на большие слои широчайших мышц. Пожалуйста. Выполняем 4 подхода по 20 повторений. Что мужчина, то и девушка. Теперь на мышцы плечевого пояса. У мужчины классический жим, у девушки полегче. Разводка. 4 по 12, 4 по 25. На плечи. Поехали. Упражнения на мышцы ног у мужчин и женщин немножко разные. Ну, как видите, семейные пары не распадаются даже здесь. Нажим ногами на ножки. 4 по 20. Мужское упражнение. Ну, теперь приседания для девочек. Ну, как мы видим, пара опять не расстается. А теперь несколько интересных фактов. А вы знали, что женское сердце бьется быстрее мужского? Причина в том, что в среднем женщины меньше мужчин, и органу кровь надо разгонять по меньшей площади. Да и вообще, сердца мужчин и женщин работают по-разному. Например, схемы лечения от сердечного приступа, которые работают для мужчин, в случаях с женщинами оказываются неэффективными. А мы возвращаемся к тренировке. Ну а теперь на мышцы рук. Мужское упражнение, сидя со штангой, 4 по 12. Женская
4×25 с гантелями. Пожалуйста. Как и в любой семейной жизни, есть общие интересы, но есть и личные. Давайте на секундочку на одно упражнение разобьем пару. Потому что для девочек очень важно упражнение на ягодицы, ну а ребята очень любят поделать еще на пресс. Упражнение на ягодицы для девчонок на 120 раз на каждую ножку. Всем мужчинам очень важен пресс. И как бы они не любили делать это упражнение, потому что оно не самое приятное, его делать нужно. Поэтому пока супруга делает на ягодичные мышцы, мужчина закачивает пресс на 200 повторений. А теперь упражнение на трицепс. Девчонки не всегда делают это упражнение, но некоторым обязательно нужно, чтобы ручки были натянуты к коже. Поэтому, пожалуйста, 4×20, 4×12. Понятно, что веса разные. Ну и в конце обязательно дорожка. Обязательно. Минут 15-20. Пожалуйста. Вот видите, можно и вместе тренироваться с семьей и получать от этого удовольствие. Понравилась тренировка? Конечно. Ну и, конечно, о питании. Любая хорошая жена знает, что нужен плотный завтрак, вкусный обед, легкий перекус и питательный ужин. Правда? Да. Все, обязательно правильное питание. Ну а так, мы прощаемся с вами до следующей передачи. До свидания. Yeah.